Волшебное музыкальное мероприятие подарили воспитанники детской школы эстрадной песни и Центра детского технического творчества юным каспичанам и их родителям. Главные герои торжества – Дед Мороз и Снегурочка – в ярких праздничных нарядах погрузили гостей в настоящую новогоднюю сказку. Всем известно, что Новый год – это время тепла, радости и взаимной любви. И мы хотим, чтобы каждый из вас смог испытать эти чувства уже сегодня. И чтобы наши школа эстрадные песни и Центр детского технического творчества приготовили для вас самые яркие выступления. Начался концерт с тематической песни хора детской школы эстрадной песни «Новый год», после чего Зарема Кикаева, Изабелла Ольховская и Амина Ибрагимова исполнили всеми любимую композицию «Замела метелица». Помимо творческой программы, организаторы подготовили интересные конкурсы. «Собери снежинку», импровизация на сказку «Змей Горыныч», «12 стульев», а также детям предложили рассказать новогоднее стихотворение. Овации гостей выступили и малыши, украсив мероприятие белым танцем. А хореографический ансамбль «Жемчужина Каспия» продемонстрировали парный танец. Завершился концерт композиции «С Новым годом, Каспийск» в исполнении вокальной группы детской школы эстрадной песни и наилучшими пожеланиями от Деда Мороза и Снегурочки.